Эту зиму Владимир Ильич может и не пережить. Памятник вождю мирового пролетариата буквально трещит по швам. Монумент на Фридрихенгельса у главка уже не один год в плачевном состоянии. Сердобольные горожане обратились к коммунистам с просьбой о помощи. Жители того района и сами готовы собрать деньги на реставрацию. Однако кому придется делать вождю пластику лица, пока не ясно. Написал запрос в администрацию, в котором попросил выяснить, кому принадлежит памятник. И если принадлежит кому-то, то какие планы у администрации по поводу его содержания и ремонта. Вот, буду ждать.